Приветствую вас, и мне кажется, что в вашем случае нужно поступить следующим образом. Во-первых, спросите у девушки своей напрямую, почему она не хочет с вами встречаться, а почему она игнорирует ваше приглашение и что она думает о вас теперь. После ее ответа, если ответ будет такой, что все в порядке, все нормально, ничего не произошло, после этого ответа просто скажите: ну хорошо, и все. И больше ей не пишите, больше ей не звоните и вообще никак внимания к ней не проявляйте. Потому что, по-видимому, вы нарушили какой-то сценарий девушки. То есть она вас обнимала, она хотела там как-то вот по-своему, видимо, развивать отношения с вами. По-своему она хотела это все делать, но вы ее нарушили, ее планы, вот, и это вызвало в ней недовольство. Ну, это недовольство, надо сказать, оно нормально. То есть в данном случае, ну, в данном случае недовольство оправдано. Вот, ну, потому что девушки, они тяжело, тяжело девушки воспринимают то, когда что-то идет не по их плану. Вот. А если человек действительно хочет быть с вами, то она обязательно себя проявит в будущем. А вы можете ей впоследствии написать еще раз, как бы, о том, что произошло. То есть, ну, поделиться с ней, там, просто рассказать ей что-то и так далее. Смотреть на ее реакцию. Если ее реакция будет такова, что вас не устроит, не удовлетворит, то в таком случае, я полагаю, можно с уверенностью сказать, что больше вам с ней не суждено быть вместе. Ну, то есть, по крайней мере, что значит именно не суждено быть вместе? То есть, поймите меня, поймите правильно, я имею в виду, что она так не будет себя вести с вами. Вот. И, скорее всего, она просто использует, будет использовать вас для того, чтобы как-то вот в дальнейшем реализовываться. Вот. Я не думаю, что вы сделали что-то плохое. Вот. Ну, единственное только то, что если, например, девушка не хотела, чтобы вы ее целовали, если вы, например, знали, что она негативно к этому вот относится, к тому, что вы ее можете поцеловать, да? А вы все равно поцеловали.
Вот это как раз не есть хорошо, на мой взгляд. Вот это вот то, что вы сделали неправильно. Вот. Но опять же, это следует учитывать, если в будущем у вас будут отношения с девушками подобного рода, чтобы вы больше не повторяли свои ошибки. То есть, объективно, это значит, что? Что, может быть, вы это спешили. Объективно. Это, вот объективно, это может значить именно то, что вы это спешили. Вот. Но, опять же, это все относительно, и если девушка вас любит, то я не думаю, что, что для нее это будет такая уж травма. Вот. Так что решать вам, как поступать. Я полагаю, что да, либо она проверяет вас, либо пытается отдалиться. Но если она отдаляется таким образом, то можно говорить о том, что у вас с ней ничего серьезного бы и не получилось. Поэтому лучше сейчас отдалиться, чем, например, в будущем вы бы к ней еще больше прикипели бы. Вот. И прикипев к ней, еще бы тяжелее переживали бы то, что произошло. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.